Marketplace удерживает 50% от продаж всех моделей. Вторые 50% полагаются автору. Вы как автор можете сами подготовить свои модели, либо доверить подготовку тому, кто сможет сделать это за вас. Тогда 50% вы разделите между собой. Технически вы даете доступ к вашему аккаунту, чтобы вы оба видели, сколько продаж было. Вы не можете взять чью-то модель, подготовить ее и считать, что она ваша. Такая модель будет считаться пиратской. Если вы сможете доказать, что какая-то модель, загруженная на сайт, изначально являлась вашей, то наши модераторы переведут ее на ваш аккаунт. Рассмотрим, как это делается практически. Для того, чтобы купить модель, вам нужно авторизоваться на сайте, перейти в раздел «Покупки моделей», указать нужное вам количество, нажать на «Buy Models» и оплатить. Находите ту модель, которую, как вы считаете, была ваша до того, как ее подготовили для Unreal Engine. Покупаете ее и скачиваете. Составляющие вашей модели надо сравнить с ассетами Unreal. Для сравнения вам понадобится оригинальная ваша 3D модель и текстуры к ней. Скачанную папку Unreal Shop купленной модели копируете и помещаете в папку контент проекта Unreal Engine. Выбирайте геометрию с текстурами правой кнопкой Asset Actions и Export. Экспортированные текстуры открывайте в Photoshop и пытайтесь сравнить с вашими. Стороны текстур из Unreal могут отличаться от оригинальных. Масштабируйте свои текстуры, чтобы они вписались в разрешение экспортированных текстур. Диффузная карта совпала. Открывайте свою модель и импортируйте экспортированную модель из Unreal Engine. Если речь о 3ds Max, то бывает модель не импортируется. Тогда при импорте выбирайте Add в списке файл контент. Импортированная сетка может отличаться от оригинальной. Вам нужно сравнить общую форму и детали. Если совпадение по форме 100%, значит использовалась ваша модель. Если вы уверены, что была взята ваша модель, напишите нам на почту, пришлите ваши контакты, аккаунт на маркетплейсе, где можно скачать вашу оригинальную модель, ваш логин на нашем маркетплейсе, видео с ссылкой на YouTube, где видно, как вы скачиваете оригинальную модель с вашего аккаунта и как вы ее сравниваете с моделью в Unreal. Чем больше предоставите доказательств, тем проще и быстрее будет установить ваше авторство. И тем быстрее мы передадим модель на ваш аккаунт в случае, если будет доказано авторство. Технически модель передается с аккаунта на аккаунт легко и быстро. Наши модераторы сделают это для вас.